21:00, мой вечерний перекус. У меня сегодня яблочко одно и чашечка кефира домашнего, густого, красивого, вкусного кефира. 9:20, мой перекус. У меня сегодня пирожок яйцо зелень, так называемый. Это пол лавашек, а там яйцо, лук зеленый, укропчик и сыр. Все это на сковородочке под закрытой крышкой я вот так обжариваю. И получается очень вкусно. Чашечка горячего кофе, пол ложечки сахара. 9:20, мой перекус. У меня сегодня один круассанчик, маленький круассанчик с шоколадом. Я посмотрел его калорийность. Получается, вот этот круассанчик 160 килокалорий. Чашечка черного кофе, пол ложечки сахара. Так что смело можно один скушать. Это получается, ну, максимум 200 килокалорий. Ничего страшного не произойдет. 21:00, мой вечерний перекус. Одно яблочко зеленоватое и чашечка кефира. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похудения. 9:20, мой перекус. У меня сегодня пол лавашика, а внутри тыквочка с яблочком. Я смешал, ребят, это обалденно вкусно. Сейчас сезон тыквы, делайте. Чайная ложечка сахара добавляется. Ребят, это очень вкусно. Можно масло кусочек добавить, чтобы сочное было, или сметанки. Чашечка черного кофе, натурального, и я сегодня с молочком решил попить. 21:00, мой вечерний перекус, у меня яблочко, одно такое зелененькое, и получается ряженка с вишней, очень вкусненько. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похудения. 9:20, мой перекус, слойка с творогом маленькая и чашечка черного кофе натурального, пол ложечки сахара. 21:00, мой вечерний перекус. Вот такое красивое я себе желе сделал с клубникой, клубничное. Немножко было клубники, там яблоко. Отварил, а потом взял замороженные клубнички, кинул туда вовнутрь. И вот такая вот красота у меня получилась. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похудения. Сахар здесь минимально. 9:30, мой перекус, у меня пол лавашика с тыквой и яблочком. Очень вкусно, рекомендую. Чашечка черного кофе, натурального, пол ложечки сахара. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирука5. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это сделать.